И всем бугагашечки, дорогие друзья, гости канала и желающие пощекотать себе нервишки. Мы проходим Филинка Дрифт, я Нептун, и у нас с вами сегодня... Вот, посмотрите внимательно! Dark Room, темная комната. Именно здесь мы будем искать золотой ключик. Как Буратино. Ключик в театр, да? Итак, вот там золотая бухта. Что-то я, походу, пересмотрел достопримечательности Геленджика. Ладно, в общем, темная комната. Ну, давайте посмотрим, что это чудо из себя представляет. Прежде чем мы туда потопаем, я предлагаю прочитать обучение. Потому что это очень важно. Если вспомнить опыт госпиталя... Я не прочитал, ринулся туда и огреб. Очень нехило. Ладно. Так, давайте. Ага, проходим. Вам нужно прожить 5 ночей. До 6 часов. Уровни сохраняются автоматически. Так, 5 ночей до 6. Чем-то, знаете, вот сейчас немножечко ФНАФом запахло, да? Вот чуть-чуть. Совсем. Так, не приближайтесь к обезьяне или призраку. Ну, призрак, понятно. А при чем здесь обезьяна? Ладно. Используйте фонарик, чтобы прогнать призрака и узнать, где обезьяна. Хорошо. Фонарик работает первую и вторую ночь 20 секунд, третью ночь 30 секунд, четвертую 35 и пятую 40 секунд. Батарейки светятся в темноте. При их появлении вы будете слышать волшебный звук. Ну, наверное, что-то вроде дринк, 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 да? И так далее. Удачи! Спасибо! Спасибо. Так, значит, 5 ночей до 6 часов. Бояться здесь надо какого-то призрака и почему-то обезьяны, да? А еще батарейки. Здесь появляются... видимо, рандомно, с волшебным звуком. Хорошо, давайте. Давайте играть. Давайте пробовать себя в этой игре. Что-то я переиграл в госпиталь, да? Все пытаюсь открыть всякие ящички. Во-во-во-во-во-во, погоди. Фонарик у меня, видимо, работает не бесконечно, да? Что это такое? Обезьяна, вот она! Ой, я испугался, думал, что это за хрень такая? Тихо, она... А нет, она на месте. Чё-то я вообще ничего не понимаю. А, она пропала! Подожди, вот обезьяна, вот она. Такой чёрный... Да, чё... Почему я не могу пройти? А-а-а, у меня батарейки кончились. Это фонарик? О, всё, зашибись. Я нашел. Что это за звук? Такой... А вот обезьяна. Твою мать! Погоди, дайте мне привыкнуть к этому дерьму. Да что такое? А, подожди. Во, видали, видали? Там был силуэт какой-то мертвой стервы в белом халате. Вот он! Вот! Вот как выглядит призрак. А угомоните эту стерву, она мне визжит по духу. Она меня пугает. Так. Хорошо. Я так понимаю, что она... Ага. Она через окна к нам лезет, да? Чего ж так громко-то? Какого хрена так громко? Сдурели, что ли? Ой. Так. Подожди. Она вроде бы вот там была, дальше. Вот она идет! А-а-а! Этот звук, это типа я ее... Вот батарейка. Это типа я ее прогоняю, да? Она типа так делает. Шик! Обезьяна вон там висит, на потолке. А призрак, видимо... Призрак, видимо... Ой, твою мать! А, вон, посмотрите, вон стоит! Стерва, типа я ее не вижу. Ну-ка. Опа, батареечку я взял. А вон обезьянка. Хорошо. Ну, пока все понятно, но, блин, темно до жути. Название уровня себя
оправдывает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! С дороги, стерва! Топай домой! Домой топай! Здесь ловить нечего. Так, где батарейка? А, вот. Так, тихо-тихо-тихо. Где обезьян? А, вот обезьянка. Твою... Кто там бремчит бутылками, а? Ой. Кто-то бремчит бутылками. Алкашня, топайте отсюда. Хватит бухать. Здесь вообще-то... Я типа пугаться пытаюсь. Что? Я прошел? Да, детка. Мы прошли первую ночь. Все. Так, видимо, вторая ночь, да? А вон обезьянка. Так, значит... Я так понимаю, что эта ведьма идет вот отсюда, из первого окна и из второго окна, да? То есть я правильно выбрал тактику. Я встал в угол и типа не пускаю эту серву. Но методом исключения я предполагаю, что теперь она будет появляться чаще, да? О! Зайди нахер! Так, обезьянка пропала? Пропала. Все, ждем, ребята! Ждем у моря погоды, да? Главное не забывать батарейки как-нибудь типа отхватывать. Кто это, блин, тут что ломает? И где батарейки? А, вот она. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я палю. Я внимателен. Я крайне внимателен, да? Вот она идет. Вон прошла, обезьянка сидит. Обезьянка сидит вон там. Иди сюда, родимая. На полочке, посмотрите, уселась. Блин, ей там удобно. А мне-то не очень. Я в угол забился. Да, вот здесь. Все, это мое место. Все, это мое место. Я в домике. Никто меня отсюда не вытурит, надеюсь. Воу-воу-воу, опять алкашня! Запарились здесь бухать! Соседи твою мать! Для этого места есть бары, например, или пабики всякие. Вот тупайте туда, бухайте! Так, где обезьянка? Вот знаете, меня мучает вопрос, а обезьяна здесь в темноте, она может как-то, типа, воу, типа топать? Ну или подходить ко мне? Ну или, допустим, я так понимаю, что она здесь исчезает и появляется, да, здесь как слендер какой-то. О-о-о-о. Что это? Она улеглась на диване. Вот это обезьяна. Нет, я, блин, боюсь подходить. Батареечка. Так, тихо-тихо-тихо. Призрак. Ты где? Как же боязно. Твою мать. Вот он. Все. Батарейка появилась около телевизора. Вы издеваетесь? Я туда не пойду. Ни за что. Не заставите меня туда потопать. Все. Начала петь свои песни адские. Оу. С дороги. Угомоните кто-нибудь эту малолетнюю стерву, она пугает меня. О, батареечка. Да! Да, это круто! Вторая ночь затащена. Но, друзья, но. А я не успел взять батарейку. Это плоховато. Так, третья ночь. Забиваем наше коронное место, все. Оно, во-первых, очень удобно тем, что я могу палить. Все окна и проход. Это наиболее выгодный для меня вариант, надеюсь. А еще обезьяна меня пугает. А вдруг обезьяна может здесь появиться прямо подо мной? Это же будет не круто, да? Тихо. Ой! Нахер пошла! Даже не думай подходить сюда! А, стерва! В белом своем плаще ходит, гуляет, щеголяет себе. Твою мать! Ни хрена себе! Нет, вы видали, как это быстро?
Че ж так громко-то? У меня уши режет. Так, ребятки, друзьяшки мои ненаглядные. Нет, вы видали это дерьмо? Третья ночь, видимо, жестче, она появляется чаще, очень быстро. То есть здесь надо, в общем, держать ушки на макушке, да? Но больше здесь некуда встать. Ну, разве что сюда? Нет, не очень удобно. Здесь поудобнее немножко, да? Главное, чтобы, блин, видно было это... Бу! Твою! Вот она идет. Тихо, 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 ждем. Опа! Знаете, так развернулась, ушла. Типа, знаете, папа, ошибочка вышла. Мне, пожалуй, дальше пройти. Не моя остановочка, да? О! Батарейку дайте. Опа, все, моя батарейка. Никому не отдам. Опять бухарики звенят своими бутылками. Так, прогнал. Так, тихо-тихо. Да! Говно! Жопа с ручкой! Надо привыкнуть. Надо, блин, здесь привыкнуть. Может быть, сюда встать? Вот здесь? Нет, ну это вообще неудобно будет, да? Иди нахер, обезьяна. А, это... Подожди. Это просто тень, это не обезьяна. Надо как-то вот так, наверное, встать, потому что я порой не вижу этого призрака. Вот она! Вот она! Точно, я не вижу из-за этой полки, дебильной. Так, хорошо. Пропалим малость. Воу, ты чё гуляешь здесь, как у себя дома? Заходит так через окно, перешагивает? Да что такое? Чё так тебе это окно понравилось, а? Воу, хорошо, живем потихоньку. Воу! Воу, воу! Тихо, тихо, тихо. Обезьяна все ближе. Угомоните кто-нибудь эту серву! Она меня. Да что такое? Да какого хрена я тебя прогнал? Ублюдина, я тебя прогнал! Был такой звук, типа шик, шик! Ну поняли, да? Шик, вот так вот, шик! И она должна была утопить! Она меня убила. И только потом утопала. Ну, точнее будет сказать, она завела мою смерть и умерла. Ну, как бы, прогналась. Твою мать. Это окно меня погубит. Топай давай отсюда. На работу давай. Нехер здесь бродить, бездельничать. Работу прогуливает. Посмотреть на нее. Иди к сессии и готовься. Скоро новый... Скоро Новый год, хотел сказать. Зимняя сессия. Пора зубрить и шпоры готовить. Да? Так, ладно. Да, пользуясь случаем, друзья, желаю вам успехов в сдаче сессии, кто этим занимается здесь. Да? Твою мать, где... Блять! Твою мать. Прокралась незаметно. Ну чё сидишь, Лёва? Помогай мне. Как бы оживить Лёву, чтобы он охранял эту комнату? Твою мать. И это только третья ночь, а их тут, блин, пять. Что будет дальше, я боюсь даже представить. А, вот она идет. Кыш нахер. Кыш. Белый призрак в белом халате. Да? Бляха-муха. Ты где? Воу, нахер
Нахер пошла! Так, тихо, батарейка моя, никому не дам. О, ты чё рычишь? Эй, не рычи! Тихо-тихо-тихо. Так, погоди. Вот, вот эта белая полосочка, да? Вот по ней можно понять, где она появится, да? Ха-ха-ха, догоню, жопу надеру. Так, батарейка, батарейка, где-то здесь была. В общем, я заметил, как только эта полосочка рябит, тут типа тень такая промелькивает, да? Это значит, она около окна. Надо это проверить, по факту. Ну-ка, давайте. Вау, ты чё нахер сдурел, Гром? Гром! Гром, ты на чьей стороне, а? Гром, ублюдочный. Так, топай. Где-то появилась батарея. Вот она. Так, тихо. Наблюдаем. За белой полосочкой. Давай, кыш. Так, как-то вообще подозрительно. Теперь она не юзает, да, не использует это правое окно, вот это вот. Что-то как-то она, по-моему, поумнела, да? Ау, бухашечки. Опять бухари здесь завелись. Эй, алкашня, утопывай нахер из моей хаты. Нехер здесь ловить. Так. Вы заметили, вот как только я понял, что по этой полосочке можно... О, видали, видали? Во, я был прав. Она появляется там за окном, и это можно наблюдать по тени. Которая падает... Ну-ка. Сейчас здесь будет. Да, все, мы правильно поняли. Так, батарейка. Где-то здесь. Она вон там! С другой стороны! И вот еще одна есть. Опа! Обезьяна! Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 я должен затащить. Все, мы поняли, как играть. Мы поняли, что эта полосочка подсказывает нам, где... Так, хорошо. Фух, так, четвертая ночь, друзья. Здесь будет все жестче. Жестче, намного жестче. Обезьянка, вот она. Какая-то она, знаете, безтекстурная, да? Все, тихо-тихо-тихо. По проверенной накатанной схеме, да? Работаем. Ага, все то же самое, только она теперь быстрее появляется, да? Посмотрите, буквально нон-стоп. Только появилась в окне и уже как бы нападает. Это не круто. Но хотя бы теперь мы знаем, как работает это дело. Вон, 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 вон эта стерва за окном. Нет, подожди. Показалось, она была около двери. Больше всего меня здесь напрягает это пение. Так, тихо-тихо-тихо. Я платил за интернет и за телевидение кабельное. Какого хрена ты не работаешь? Работай! Сейчас как пну. Как Алан Уэйк ремонтирует аппаратуру, да? Пнуть, пнуть. Пнуть то, пнуть все. А, нахер пошла. Пнуть то, пнуть генератор, пнуть дверь, во все пнуть. Все на свете будем пинать. Так и здесь. Вот она, в окно лезет. Кыш! Пинать. Ща пну под жопу, улетишь. На карусельку. Покатаешься. На чертовом колесе. Хорошо. Есть вон батарейка. Вон лежит. На тумбочке. Но, блин, далеко бежать. Я боюсь, что я нарвусь на обезьяну. Так, где-то здесь батареечка появилась. А, вон, на диване, вот, вот, вот лежит. Кыш? Ну я боюсь, тут обезьянка. А, обезьяна вон. Вот стоит обезьяна. Так, обезьянка. А, все, все, она улеглась на диване. Теперь крайне подходить небезопасно. Угомонись. Ну, ну, заглохни, о. Так, подожди, где-то рядом, да, появилась? Нет. Нету рядом ничего. Они
Тихо! Тихо. Так, плохо. Я так понимаю, что сложность четвертой ночи и, возможно, пятой будет в том, что батарейки здесь вообще будут рандомно спавниться, да? Раньше они всегда были вот здесь, в основном, около этого телевизора, да, или вот здесь на полке, вот здесь. А теперь они вообще повсюду. Вот идет. Тихо, тихо, дай бог. Дай бог, хватит. Че ты упал там? Че вы гремите, посуду мою ломаете, а? Не оборзели? Да! Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Давайте все плясать! Все плясать! Одевайте все самое модневое и бегом! Бегом на танцпол! Та-та-та-та-та! Пятки отбивать, а пол! Та-та-та-та-та! Блин, позитивная музыка, а? Ну что, что, все, собрались, друзья? Так, все, собрались, храбрости, полные штаны, проверили? Так, я проверяю все. Да, все, полные штаны храбрости. Мы готовы. Теперь, видимо, она будет вообще. Я понял, что игры кончились, да? Вы видали? Я даже не успел сообразить, она меня уже захавала вовсю. Пережевывала мои кости. Все, тихо, тихо. Надо... О! Видали, какая у нее скорость? О, твою мать! Вот это скорость! Да ладно вам! Я же так все батарейки потрачу. Не, серьезно. Я такими темпами все батарейки... Все батарейки просру. Зашибись, конечно. Круто, круто играть так, да? О, батарейка рядом. Так, так, так. Давай, давай, давай. Давай, опа. Так, хорошо. Я уронил бутылку ногой нечаянно. Ну, бывает. Не критично, да? Так, где она? О, пошла. Топай давай. Так, живем пока. Пока живем. У меня есть одна батарейка. Пока мы неплохо играем, уже приноровились, да? К ее скорости. И вторая батарейка появилась. Но она появилась далеко. Далеко, блин. Около того челика, опять. Ой, блядь. Твою ж налево. Вот стерва, а. Зачем же так-то пугать? Вот как-то надо взять батарейку. Как-то, блин, на... Че это еще? Что это еще за новости? Обезьянка, что ли, появилась? А, вон, посмотрите. Дрыхнет на диване. Так. Сейчас будем смотреть, где батарейка. Так, здесь нету? Здесь нету. Нигде нету. Печалька. Надеюсь, моего запаса хватит. Так, что-то ее долго нету. Крайне подозрительно. Оу, блядь! А вот идет! Так, чё? Что происходит? Что-то я не могу понять. Куда она пропала? Это мне не нравится ни разу. Это настораживает. Это нормально? Ау, бро, куда она пропала? Появись! Обезьянка появилась, это хорошо, конечно. Так, 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 тихо, тихо, тихо. А-а-а! Она, наверное, застряла. Может быть, да? В текстурках там или в проходе в каком-то? А-а-а, она застряла, стерва. Блин, я хочу взять батарейку, но там обезьяна лежит, да. Фу, твою мать. Да, я победил... Что? Я победил Golden Key?
Я победил ключ, друзья. Вы представляете, да? Я боролся с ключом, и я его победил. О боже. Да, это была нелегкая битва с золотым ключиком. Но мы его победили. Итак. Да, как-то здесь все же попроще было, чем в госпитале. Госпиталь мы за огромным трудом прошли, причем на это потребовалось 2 видео. А здесь мы вроде неплохо, да, сыграли. Так, ну, жутко, да, было. Страшновато, конечно. Первые разы. И это 3 звездочки. Что будет там, где, допустим, 4 или 5? Да? Хорошо, допустим, вот у меня как бы все 3 ключика есть, да? А что делать? Ау! А куда мне пихать эти ключики? А? Бро, может на выход потопать? Или типа сюда? Да нет. Заперты? Не могу попасть. А, ну это, видимо... Это карта в разработке, да? Вот она скоро будет уже. Скоро введут этот мэншн. Хорошо, допустим. Окей, я взял 3 ключика. А куда их пихать-то? В общем, я так понимаю, что... Одно из двух. Либо я просто не могу найти, куда эти ключики пихать. Надо просто поизучать карту, побегать. Либо... Возможно, еще просто разработчик не допилил дальше уровни. И остановился только на этих 3. В общем, друзья, ладно. Закончим наше прохождение. Я еще без видео здесь побегаю, поизучаю, посмотрю... На сайте разработчика, может быть, там есть какая-то инфа по поводу данной игры. Что здесь надо делать, будучи пройденными 3 уровнями. Но пока. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, зовите друзей и вступайте в группу ВКонтакте. Всем позитива и здоровья. До новых встреч. Пока-пока.